Сегодня в зале администрации прошло совещание по итогам реализации в Искитиме федерального проекта по ремонту дорог. В 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирован еще один участок по улице Советской до Шипуновского переезда. Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок. В перечень работ входит ремонт проезжей части и тротуаров, обустройство парковок, установка знаков светофоров. На это из средств федерального и областного бюджетов выделено 79 миллионов рублей. Кроме того, искитимцам предложили выбрать участки, которые можно было бы отремонтировать в рамках приоритетного проекта в 2019 году. Жители предлагают сделать проспект Юбилейный и улицу Юбилейную. Улица Юбилейная – это Балдаковка на 2019 год. Улица Советская поступила также от улицы Комсомольской в сторону Шипунова на 2019 год. Опять проспект Юбилейный от ГИБДД до Подгорного. И улица Юбилейная, и улица Береговая. На рассмотрение экспертной рабочей группы был предложен участок по проспекту Юбилейный от ГИБДД до кругового перекрестка микрорайона Подгорный. Эти работы запланированы на 2019 год. Предполагаемое финансирование – 80 миллионов рублей.